которая выступит чуточку попозже, Елизавета Полспиная, имеет очень неплохие шансы пробиться в финал с Булавой. Ну а сейчас вашему вниманию Камелия Тунцель из Турции. Потеря у Камелии. Напомню, что еще не выступала Саломе Пажава. Совсем скоро она появится. Через несколько спортсменок. Ну и последняя в этом потоке Дина Аверина. Потом будет перерыв. И еще раз скажу, что подгруппу УСИ мы вам покажем за.